Дорогая Лана. Дорогая Лана. Лана. Наша необыкновенная, творческая, яркая Лана. Лана волшебница. Дорогая Лана. Лана дорогая. Дорогая Лана. Наша волшебная, магическая. Для нас уже давно не секрет, что ты обладаешь какой-то магической энергией, которая подвластна только настоящим волшебникам. И в день твоего рождения мы хотим подарить тебе то, без чего не обходится ни один настоящий маг. Это магические артефакты, которые усиливают волшебные силы своего обладателя. Так прими же наши подношения, владычица Рябита и Мартита. Мой дар тебе – это волшебная ведьмина лапка. Лапка потомственной курицы, чьи корни уходят далеко в старину, к знаменитым избушкам на курьих ножках. Лапка усиливает колдунство и заряжена на принятие себя и интеграцию самых мощных теневых аспектов. Откликается на тройной куд-кудах и освещает путь в темноте. С днем рождения, добрая волшебница Лана. Лана, я поздравляю тебя с днем рождения. И я тебе даю вот такой флакончик, в котором есть секрет. Этот флакончик поможет тебе в любой момент обрести безмятежное спокойствие, безграничную радость бытия и просто насладиться моментом. Поздравляю тебя с днем рождения и хочу подарить тебе музыку ветра. Пусть ноты музыки приносят радость, счастье, безусловную любовь. А ветер перемен – лучшие изменения твоей жизни. Обнимаю. Лана, хочу поздравить тебя с днем рождения. Сегодня 10 мая, день Акшая Трития. В этот день принято загадывать самые смелые желания. Желаю тебе воспользоваться безграничной фантазией и загадать все, что ты захочешь. От себя хочу вытащить карту. Пускай это будет артефакт от меня тебе на предстоящий твой Новый год. И, может быть, он поможет тебе в этом году. Я хочу поздравить тебя с днем рождения и подарить тебе этот волшебный мольберт. А работает он так. Картина. Воплощение. Желание. Картина. Твори, мечтай и воплощай свои мечты. Поздравляю тебя с днем рождения. И хочу подарить тебе вот эту волшебную кисточку. Ею ты можешь нарисовать по своему желанию все, что тебе хочется, чтобы было в твоей жизни. И даже если тебе что-то не понравится, как получилось, ты можешь это изменить, перерисовать. Твори свою жизнь и будь счастлива. Дорогая Лана, я поздравляю тебя с днем рождения. Я дарю тебе этот мешочек с волшебной пыльцой. Пусть он поможет тебе наполниться ресурсом тогда, когда тебе это будет необходимо. С днем рождения, дорогая! Поздравляю тебя с этим замечательным днем, с днем твоего рождения. И хочу в этот день подарить тебе вот такое кольцо-амулет, которое будет охранять тебя и твое энергетическое поле от негативной какой-то энергии. А вот эти вот песчинки, которые красиво переливаются, будут собирать светлую и теплую энергию и дарить ее тебе, наполнять тебя ресурсом. В общем, будь счастлива, и я хочу, чтобы вот эта светлая и теплая энергия всегда была с тобой. Я тоже поздравляю тебя с днем рождения и дарю вот такой волшебный цветок. Если им натереться, то красота никогда не покинет. Хочу поздравить тебя с днем рождения. Я вижу в тебе так много женской силы, этой энергии плодородия, любви, тепла и жизнерадостности.
Хочу подарить тебе эту картину, чтобы она стала напоминанием о том, что ты являешься хранителем и источником любви, заботы и женской природы. Обнимаю тебя. Лана, поздравляю тебя с днем рождения и дарю тебе это такое. Его сила согревает и наполняет энергией. А иногда, если очень нужно, может сжечь все препятствия на твоем пути. Здесь немного сирени, лепестки яблони, одуванчик и что-то еще. Ты сможешь расслабиться. Вообще, это как бы, это работает вот так. Но сейчас я попозже еще дуну. Ты дуешь на эту пыльцу, и воздух превращается в волшебные облака. И на эти облака можно ложиться, они тебя так мягко укутывают, можно отдыхать. И как только ты наполнишься, они тебя так нежно спускают на землю, чтобы ты могла творить, любить. Музыка ветра, музыка ветра. Что нам принесет? Маки-маки, красные маки. Какая прелесть. Просто невероятная. Счастлива.